Личность ребенка формируется в школе. Теперь наравне с математикой, физикой и биологией в ивановских образовательных учреждениях детям преподают уроки доброты. В четверг волонтеры приюта для бездомных животных «Майский день» посетили 36-ю гимназию. Эти акции, эти подобные уроки доброты приют проводит очень давно, с начала приюта. Раньше они были в такой хаотичной форме, сейчас это все с администрацией города вместе согласовано, стало в виде графика. Вот. Обычно дети выбираются возраста 5-6 класс, потому что сейчас в этом возрасте они уже достаточно взрослые, чтобы понимать какие-то социальные острые проблемы, но при этом в них еще присутствует такая детская доброта, и к ним легче достучаться. Зачастую до детей достучаться проще, чем до взрослых. До слез многих школьников тронул социальный ролик о бездомных животных, снятый их ровесниками из другой ивановской школы. После этого информация о том, как обращаться с животными, правильно ухаживать за ними, воспитывать, усваивается гораздо лучше. Многие ребята уже в столь юном возрасте понимают, что бездомные животные появляются в первую очередь от равнодушия людей, и нужно бороться с этим явлением. Можно, конечно, рассказывать о этой проблеме, призывать людей, забирать животных к себе, соблюдать закон, так как в Российской Федерации существует закон о гуманном отношении к животным. Нужно давать за него штрафы, чтобы люди понимали, что животных тоже нужно защищать и охранять. Ну и, конечно, строить приюты, но на это нужны средства, поэтому это не совсем выгодный способ. У урока добра, как и у других школьных предметов, есть домашние задания. Помнить все эти простые правила, руководствоваться ими в жизни и помогать стать добрее к питомцам другим. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.